У пациента болит вот здесь, вот затылок справа. Вот тут вот, с вот этой стороны болит. Говорит, что боится лечиться. Боитесь лечиться? Страшно, да? Что уже был опыт, наверное. Наверное, покрутили уже. Что, вас дергали сильно или как? Да. Да? А МРТ они делали перед тем, как крутить? Не, не давят. Вот так вот. Сделали МРТ и видим второй, третий позвонок. Есть проблемы. Есть проблемы, из-за этого страдает головной мозг. Происходит, ну, что происходит, а? Болит голова и шея. Облокачивайтесь на меня. Смотрите, мне кажется, что все пациенты боятся, что я как-то дерну, стукну, еще что-то. Нет, нельзя так делать. Никто не имеет права так делать. Голову вправо поворачивайте. Облокотитесь на меня и не волнуйтесь. Никаких резких движений я не буду делать. Облокачивайтесь. Еще. Смотрите, я работаю с вот этой областью. Никаких других областей я не затрагиваю. Справа у затылка первый шейный позвонок. Не напрягайтесь. Расслабьтесь. Там было. Там щелчок произошел. И что, это грубо было? Нет. А вот теперь сравните, как вам это делали другие. Подпишитесь.